Уникальный симбиоз двух платьев разных дизайнеров, созданный на заказ в 50-х годах, представляет собой часть итальянской истории. Идея была воплощена в жизнь модными домами Фенди и Артурио Бонфанда, последнего уже не существует. Платья сами по себе уже исторический раритет и являются олицетворением бренда «Сделано в Италии». Мы захотели представить историю итальянской моды с 50-х годов. Здесь представлены самые знаменитые имена из мира итальянской моды. Сестры Фонтана, Версачи, Армани, Дольче Габбана, Валентино, Ферре, Прада, Гуччи. Каждое творение, представленное здесь, давно вошло в энциклопедию моды. Ручная работа – основа итальянской фэшн-индустрии. Поэтому внимание сфокусировано на технологиях. Вышивка любого уровня сложности, окрашивание, эксперименты с тканями и стилем. В экспозиции представлены эксклюзивные экспонаты из запасников итальянских домов моды и частных коллекций. Вот, например, это розовое мини-платье от Versace, покрытое кристаллами Swarovski, на подиуме представила модель Наоми Кэмпбелл. Самарцы могут увидеть работы от кутюр, принадлежавшие великим актерам, музыкантам и моделям, которые надевали их на красные ковровые дорожки, на премьеры или вручение премии «Оскар». А также культовые образы из известных кинофильмов. Часть экспозиции посвящена смелым исследованиям и экспериментам 20 века. В мраморном зале сейчас царит праздник. Это будет продолжаться 3 недели. Невероятными нашими усилиями мы смогли уговорить всех тех, кто был задействован в осуществлении этого проекта, представить его в Самаре. И один из аргументов был, что здесь живут самые красивые девушки. Я заметила, что самарские женщины очень следят за тем, чтобы одеваться определенным образом. Следят за деталями в своем гардеробе. За счет каких-то простых деталей достигают того, что придает элегантность одежде, и речь идет не только о дорогостоящих аксессуарах, и это соприкасается с идеей данной выставки. Выставка уже была представлена в Пекине, Берлине, Нью-Йорке, Вашингтоне, в Москве и должна была возвратиться на родину. Но благодаря почетному консулу Италии в Самаре Джон Гуидо Бредо и оперативной работе художественного музея она состоялась в Самаре. Делал все очень-очень быстро, потому что демонтировал вот эту выставку в Москве, потом отправили в Самару, потом пришли кураторы, которые очень быстро делали все и сегодня мы здесь. Это история. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События.